В Одинцовском городском округе 56 автобусов отвозят детей в образовательные учреждения и обратно. Их наибольшее число задействовано на маршрутах подвоза учеников в коррекционной школе «Гармония», Новогородковской, Чистовской и Барвихинской школам, а также из микрорайона Гусарская Баллада к Одинцовской гимназии номер 13 и школе номер 12. Это связано с тем, что новая школа в этом жилом массиве будет построена только к 2022 году.